Всем привет, Сайдант, и это восьмая миссия пятого Devil May Cry. Guess there's no point thinking about it. Perfect timing. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off. Get in the car. Oh my god. Сама пи. Классно, короче. Так, окей. Так, снаряга. Так, рэг-тайм. Хочу парочку штук. И гибиры. Тыкс, и здесь, в принципе, все. Мне, блин, больше пока что ничего не требуется. Погнали! Погнали! Так, стопы. Что такое, Лю? Опять приколы геймпадов. Как я обожаю это, а? Один геймпад с ума сходит, второй геймпад с ума сходит. Наверное, придется скоро менять их. Хотя шо первому, шо второму не так уж и много, по факту. Опять же напоминаю, если хотите пройти на S, то надо убивать всех. Не хотите, зачем? Да заманали вы меня, хватит ломать. Эти недоприборы. Итак, мастер этого недооружейного тела. Блин. Скоро на проценты посадят. Лежи, валяйся и не вставай. Never stood a chance. Самый непредсказуемый. Yeah.
Guess that's my ride. Даю. Так, вы этого не видели. Интересно. В некоторых местах тут даже лежали пушки Мегами Мэна. Ну, играя за Данте, кстати, вот с красной сферой фармить, блин, было. Это вообще очень легко. Я вот до сих пор это убивает. Ну, тем, что это. Нельзя, чтоб оно нафиг все упало! Не, ну в принципе скажу, падет ничего страшного, но... До свидания. All right. Going down is the only way, huh? This is the... Ты бешеный летающий козел. Да он не один, понимаешь? СД.
друзьями пришел. Да вы издеваетесь, я так расстарался уже. Подожди. Хоп. Ну ладно. Мне понравилось, это еще такая... Connected. Да ж тебя в этот раз бросит. Правильно, сюда вот не придумали, как Ника засунуть. Решили таким макаром. Ладно, побежали. Конечно, можно очень постараться, чтобы оно все нормально. Опа. Я, честно говоря, иногда забываю, что как бы надо болтать. Что-то на автомате начинаю сосредотачиваться и... начинаю просто молчать, хотя как бы это не надо делать. Ну это неправильно, и так далее. Лежи, валяйся, тихо, не вставай, нет, фу, все, нельзя. Ну,
Похуйствуйте твою. То придется тебя распепелить. Да, вот так. Во время прохождения ломаются бичи дьявола. Как же вы меня, барана, заманали уже, а? Да и тебя так же уже не могу, бесите. Берут и бесят, а? Так, тут на выход, да? Я уже забыл, какой тут уровень сегодня. Так, где? Вот он. So, think you can make it all the way here? Duh. Who do you think you're talking to? Такой журнальчик себе оставил. А, ну и по поводу... Как раз телефонов я, блин, потом допер. Божественная статуя же, по факту, божественная статуя же есть у Юника. А Ника решили, по-моему, сделать чисто для обозначения конца миссии. То есть вот почти конец миссии, давай, хочешь покачайся, хочешь это, что хочешь делать, короче. Think it's good to be king, huh? Not for much longer. И вот единственное, что я не помню, обязательно ли тут его побеждать. Hey, douchebag! Miss me?
Where's Dante? No body? No dried up Dante jerky? Nothing? You've come here to die. He talks. Your reason, huh? I bet your parents didn't like you much, because your name sucks. I am without a name. I am power. Absolute. Well, no name. I'll be sure to put that on your tombstone. You will suffer and die. I'll show you deadweight. А, по-моему, я все-таки вспомнил. Тут, по-моему, такая же система, как и в начале. Только местами поинтереснее. А поинтереснее она в том плане, то что... Если мы его, по-моему, побеждаем, вроде бы тупо миссия заканчивается, или этот, та же концовка, но, ну, секретная. Но при этом мы, допустим, еще этот... Но при этом начинается следующий низ. Да, зря. А, по-моему, так оно и есть. Значит, по-моему, начинается все-таки секретная концовка, после чего это... Ты можешь начать следующую миссию. По-моему, так же, что ли, мы
в любом случае проигрываю. Mortal flesh. Cursed the moment you were brought into this world. Who dares interfere? Against a king. Is that a demon? Ну и что, на этом заканчивается 8-я миссия. Ну что, встретимся в следующей. До встречи.